подчеркну, что режим антитеррористической операции по всем трем областям не отменен. И в любой из этих моментов могут быть применены те меры реагирования, которые мы спланировали. Еще раз говорю, есть два варианта, два полюса. Политическое регулирование, переговорное и силовое. Мы готовы на то и на то, вопрос только в том, что, на мой взгляд, все должно происходить так, как это произошло в Харькове. Да, нам очень неприятно, когда разбивают окна в автобусе, да, очень неприятно, когда забрасывают шумовыми гранатами, но мне очень приятно, когда в результате штурма максимальный урон – это лежащий сепаратист мордой на асфальт, и не более того. Это ваш вопрос. Значит, я думаю, что разрешение этого кризиса будет находиться в ближайшие 48 часов.